Процессы все сейчас находятся в несколько замороженном состоянии, идет позиционная борьба, и поскольку объявлено, в принципе, что до момента ликвидации химического оружия, так сказать, ничего не будет продолжаться, ну вот это химическое оружие будет ликвидироваться. Задача, которая есть у России, у самого руководства Сирии, у союзников Сирии, затянуть этот процесс как можно дальше, пользуясь им для того, чтобы как-то разобраться с боевиками, которые там есть, потому что каждый день их пребывания – это дополнительные траты со стороны Саудовской Аравии, там, американцев и прочих, потому что они в долларах получают за день там нахождения. Вот. Когда у них просто бюджеты начнут истекать, эти люди, их там станет меньше. И с другой стороны, когда ты идешь нищий, такой, который за $100 готов там жертвовать жизнью, да, рисковать жизнью, а когда у тебя за год безделия в этой войне накопится уже десятки тысяч долларов, ты думаешь, а стоит ли вообще умирать, нужно ли, так сказать, заниматься джихадом, а не лучше ли купить себе лавочку где-нибудь в хорошем городе и в хорошем месте. Вот, поэтому воевать и умирать будут хотеть гораздо меньше. Вот тактика, стратегия наша состоит в затягивании этого вопроса. Насколько получится это сделать, я не знаю, потому что тактика и стратегия врагов Сирии состоит в том, чтобы сорвать имеющийся мирный процесс.